Где это я? Кто это был? Похоже, их сожгли живьем. Орудие пыток. Средневековье какое-то.
Это мне пригодится.
после спал в бездействие, потом в отчаянии. Отчаяние привело к саморазрушению. Ты сам виноват в своем падении. Поверил я своей жене. Не хотел видеть. Это все моя вина. Ты неудачник. Твоя дочь пропала из-за тебя. Ты ее не спас. У тебя есть ключ к облегчению страха. А я могу показать сама. Кто ты? Что тебе нужно? Стефано вышел из повиновения, стал мне занозой в боку. А ты эту занозу вытащишь, и за это будет награда. То есть он знал Стефано?
Себастьян Кастелланос, наконец-то ты пришел. Я тебя ждал. Ты еще кто такой? Верные зовут меня отцом Теодором. Надеюсь, что и ты будешь мой друг. Очередной псих с комплексом Бога, да? Одного я уже сегодня убил. Ну, конечно, убил. Только так ты и решаешь все свои проблемы. Угрозами и грубой силой. И куда тебя это привело? В ад, который ты создал сам. Опусти оружие. Хоть раз пусти в ход мозг, а не кулаки. У нас одна цель, Себастьян. Поможем друг другу. Иди со мной. Ты снова будешь вместе с дочкой. Но у меня будет сила ядра. Я уже знаю, у кого Лилия. Да. И Мира ее так просто не отдаст. Что? Где они? Хотел бы я рассказать, но ты пока не готов. Ты признаешь меня своим пастырем, и тогда я разделю с тобой знания. А ну выкладывай, где она? Прими мое предложение. Я помогу тебе уйти от собственной тьмы. Я приведу тебя к Лилии. Ну уж нет, ты мне не пастырь. Как скажешь. Тебе столько боли. Прошлое ни на секунду тебя не отпускает. Я показал тебе путь сюда. Пойми, я здесь, чтобы тебе помочь. Возвращайся ко мне добровольно.
Тогда мы станем друг другу теми, кем должны быть. Не врагами, не союзниками. А пока прощай, Себастьян. Кто проснулся? Наконец-то! Ну, помоги, что ли? Стрелять-то хоть умеешь? С этой стороны! Стреляй, пока не перебьем или патроны не кончатся! Что вообще творится? Потом объясню, пока наша задача ноги унести! Они все прут и прут! Похоже, тебе не впервой. Я уже и не считаю. Набери припасов, пока можешь. Я слышу, еще идут. Ладно. Но потом ты мне все расскажешь. Позади проверь. Там вроде еще лесу. Тебя окружить. Что это за звуки? О, черт! Берегись! Что это за твари? Да какая разница? Вали! Жрецы нет, урод долбанный! Вроде это все. Надо убираться отсюда. Сюда. Спасибо. Вряд ли я бы в одиночку отбилась. Я Эсмеральда Торрес. Я... Себастьян. Знаю. Правда? Пока они утихомирились. Надо валить, пока новые не пришли. Как я здесь оказался? Кто ты такая? Нет времени на кучу вопросов. Сейчас надо в убежище. По дороге поговорим. Идем. Бери внутри все, что нужно. Я жду. Пошли, надо убираться отсюда. Сюда. Бери внутри все, что нужно. Я жду. Постарайся не шуметь. Тут могут быть еще твари. Откуда ты имя мое знаешь? Кидман считала, что ты можешь появиться. Кидман? Сказала, если план провалится, она уговорит тебя помочь. И вот ты здесь, значит... Погоди, я запутался. Какой план? Вытащить отсюда Лили и начисто уничтожить Мёбиус. Погоди секунду.
Что такое? Черт! Дай угадаю. Это была дорога к твоему убежищу. Найдем другой путь. Пошли. Погоди, постой. Этот план. Кидман ничего такого не говорила. Ну да, не могла же она вводить тебя в курс дела при всех. Сюда! Короче, один поднимает, другой пролезает. Ясно, я только... Подлезай! О, ты как? Дай помогу. Да пролезай уже, пока на башку не уронила. Окей, держу. Спасибо. Что, старичок, отдохнуть надо? Да ладно, не такой уж я и старый. Значит, все это время Кидман планировала уничтожить Мёбиус. Что вообще, это твоя жена планировала? Погоди, Мира? Так вот как она сюда попала. Она часть Мёбиуса. Это бред какой-то. Придется подлезать. Спину не надорви. Помолчи, Торрес. Ты знаешь, тебе бы стоило гордиться женой. Она крутая. Я пошла сюда за ней. Я не понимаю, зачем ей присоединяться к ним? Она узнала, что Лили у них, и поняла, что их можно уничтожить только изнутри. Она пролезла внутрь и ждала нужного момента. Значит, все эти годы она была у них. Черт. В голове не укладывается. Да уж. Но давай не будем отвлекаться. Надо туда забраться. Поможешь? Да, конечно. Готово? Держись, я страхую. Да-да, порядок. Эй, ты про меня забыла, что ли? Что, думал, я тебя тут брошу? Теперь ты часть плана. Ах, план. Ну да. Кто еще участвует в этом маленьком заговоре? Нас всего четверо. Я, Кидман, Мира и Теодор. Теодор? Отец Теодор? Отец Теодор? Вроде он просто Теодор Уоллес. Знаешь его? Встречались. Он хочет вовсе не спасти Лили. Он хочет забрать ее. А еще он убеждал меня выследить Миру. Именно он все и испортил. И как вы планировали действовать? Мира и Теодор находят Лили. Мы с Теодором ее выводим. Мира остается и разбирается с Мёбиусом. А Кидман снаружи. Помогает нам выбраться из Стэм. Черт, все должно было быть так просто. Ничего не бывает просто. О, нет. Что такое? Черт, у нас проблемы, смотри. Быстро, за мной. Вот и нет твоего убежища. Я бы не стала делать убежище у всех на виду. Оно спрятано. Но нам надо пробиться через этих тварей. Ты видишь красный флаг за тем домом? Да. Так вот, вход в убежище там. Ясно. Я пойду первым. Держись за мной и не высовывайся.
Да уж, слушай, я уже с такими сталкивалась. Если они горят, держись подальше. Как сказал Сунь-Дзы, наилучшая победа – это победа без сражений. Молодец, Себастьян. Дома стены помогают. Ну и в убежище тоже. Ты только не пугайся, когда увидишь, сколько у меня там взрывчатки. Она совершенно безопасна. Ну, пока я не установлю запал. И что нам делать с Теодором? Я не знаю. Он ненормальный. Его обиталище — просто мечта Инквизитора. Меня должно бы радовать, что Лили не у него, а у Миры, но... Что? Лили у Миры? Да, но я не уверен, что это хорошо. Она изменилась. Это место на нее как-то повлияло. Мира скрывается, защищая Лили от Теодора. А он явно ни перед чем не остановится. Если я остановлю его, может, Мира придет в себя, и мы вытащим Лили отсюда. Значит, мы должны убить Теодора? Да, но сначала его нужно найти. И как это сделать? Мне помогал Анил. Я свяжусь с ним. Но сперва надо бы доложить Кидман. Ты только не скажи чего лишнего по этой штуковине. Наверняка над Кидман сейчас нависает этот ящер. Себастьян, где ты был? Нашел Стефана? Даже больше. Я его уничтожил. Хорошо. А Лили? Ее я опять упустил. Очень жаль. Какие-нибудь зацепки есть? Есть хорошая новость. Я вышел на агента Торрес. Ее сведения были бесценны. Очень хорошо. Ну, а что плохо? А плохо то, что кое-кто посильнее Стефана тоже рвется к власти. И для этого ему нужна Лили. Торрес сказала, что ты тоже его знаешь. Он так красиво говорит. Черт. Думаю, я знаю, о ком ты. Я отправлю кое-что полезное тебе в кабинет. Держи меня в курсе. Я всегда помогу. Я знаю. Я доверяю тебе. Ладно. Вернемся к нашим делам. О'Нил!
Это Себастьян. Ответь. Что-то не так. Попробую его найти. Жди здесь, держи наготове оружие и взрывчатку. Когда я найду Теодора, мне понадобится твоя помощь. Отсюда есть выход в сеть? Да, в той комнате есть компьютер Мёбиуса. Попадешь к выходу 72. Отлично. Я свяжусь с тобой. Держись, Торос. А то. Удачи, Себастьян. Позволь еще спросить, пока я не ушел. Позволь еще спросить. Говоришь, Мира должна была остаться и разобраться с Мёбиусом. Как? Ну, с помощью STEM. У всех сотрудников Мёбиуса в мозг вживлен чип, который позволяет входить в STEM без последствий. Чип дает допуск и преимущества, которых нет у обычных граждан. И вы позволяете вживлять себе эти штуки? Ну, особого выбора у нас нет. Мира должна была отправить через STEM сигнал, который нейтрализовал бы всех членов Мёбиуса через их чипы. Типа контролируемая массовая лоботомия. Своеобразный способ решать проблемы. Если мы этого не сделаем, Мёбиус просто вернет Лили в STEM, а нас перебьет за измену. Иначе никак. Поверить не могу, что за всем этим стоит Кидман. Она послала меня в маяк. Она была рядом, когда Лили подключали к STEM. С чего вдруг она решила предать их? Ты человек со стороны. Ты не знаешь, какая Кидман на самом деле. Ей приходилось скрывать свое истинное «я», чтобы подобраться достаточно близко для удара. Но почему именно сейчас? Почему не тогда, когда они создавали новую STEM? Нам нужна STEM, чтобы отправить сигнал для уничтожения Мёбиуса. Когда Лили была избрана ядром, Мира и Кидман решили, что верный момент настал. И при нынешнем раскладе это может быть наш единственный шанс. Какую роль во всем этом играет Теодор Уоллес? Теодор придумал отправить сигнал через STEM. Но теперь мне кажется, что он просто хотел сам захватить Мёбиус. Черт, знала же, что нельзя ему доверять. Он скользкий, как змея. Но убеждать он умеет, уж этого у него не отнять. Он заверил нас, что хочет помочь. Да, я знаю таких людей. Они втираются в доверие, а потом втыкают нож в спину. Я утопал в крови в логове Теодора. А в следующую секунду оказался в том доме с тобой. До сих пор не понимаю, как ты нашла меня. Я тоже. Я искала припасы возле своего убежища, а потом услышала голос девочки из того заброшенного дома. Пошла проверить. Девочку не нашла, зато нашла тебя. Как будто меня к тебе привели. Голос девочки? Это наверняка была Лили. Но как? Кто же знает, как и почему здесь все происходит. STEM была непредсказуема еще до того, как Лили исчезла. А уж теперь... Я перестала даже пытаться что-то понять.